Не так давно в полку интересных беговых платформеров для Android прибыла. Игрушка Носферату «Спасись от солнца» предлагает всем желающим пробежаться по крышам средневекового города в роли быстрого и хитрого вампира по имени Носферату. На пути к главному герою время от времени будут встречаться другие любители ночных прогулок по крышам. Например, милые светловолосые девушки или старые пираты. Но главным и самым ценным ресурсом в этой игре являются маленькие монетки, которые очень часто встречаются на пути к главному герою. Для управления этим забавным кровососом вам достаточно просто в нужные моменты тапать по экрану. Главный герой будет перепрыгивать или даже перелетать с крыши на крышу. Но для полета в Носферату понадобится специальный амулет, который может прятаться в любом месте на уровне. Носферату «Спасите от солнца» порадует любителей беговых платформеров интересной, хотя и несколько блеклой графикой, динамичным звуковым сопровождением, хорошо знакомым игровым процессом. Этот таймкиллер доступен в Google Play совершенно бесплатно. Официальным спонсором наших роликов является Игорь Полтавцев.